Петропавловске открылась торговая точка, на которой товары первой необходимости реализуют по сниженным ценам. Крупы, сахар, соль и масло – всего порядка 10 наименований. В основном продукцию раскупают пенсионеры. Оптовая торговля здесь не предусмотрена. С инициативой продавать продукты практически без накрутки выступила региональная палата предпринимателей. В ближайшее время открыть подобный социальный отдел планируют еще на одном рынке города. Не ожидали, что столько будет покупателей. Продавец не успевает ни расфасовывать, ни подвозить товар. Цены у нас не имеют накрутки практически. Расширять планируем макаронные изделия. Также мы с нашей аптекой договорились, вот сегодня буквально заключили договор. Они три вида продукции тоже будут торговать для пенсионеров, для чего по закупочной цене. Цены здесь дешевле, хоть пускай там на 10, на 4, на 5, но они дешевле. Есть, когда берешь на общую сумму, то это уже хорошо заметно. Таких вот точек хотелось бы быть, чтобы было побольше. И были бы они в разных местах или в разных районах.